Здравствуйте, дорогие слушатели Живого Радио, зрители Живого ТВ. Как всегда, в воскресенье в 9 вечера, с вами программа «Театр наизнанку», я ее ведущая Каэль. Сегодня у меня в гостях кинорежиссер Аркадий Яхнис. Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте. Аркадий, вы пришли в кино довольно поздно, для, скажем так, стандартного понимания. Это заметно уже внешне? Нет, это заметно не внешне, просто вы поступили на курсы в 35 лет. Да, это правда. Чем вы занимались до этого и почему так кардинально поменяли род своей деятельности? Я до этого жил в Белоруссии, до того, как я поступил на высшие курсы режиссерские. Я занимался тем, что работал на заводе. Затем работал в конструкторском бюро, я закончил машиностроительный институт. То есть я был обычным инженером, создавал материально-технические ценности. А потом, действительно, вдруг вот начались какие-то интересы немножко другого плана. Я начал писать какую-то, как мне тогда казалось, прозу. Но, несмотря на то, что это было не очень здорово с самого начала, но, тем не менее, желание продолжать этим заниматься никуда не уходило. И, наконец, привело меня на высшие режиссерские курсы в мастерскую Натальи Борисовны Рязанцевой. Великой, я считаю, драматургини, очень интересного, глубокого, редкого человека. И я закончил эти курсы как кинодраматург. И вот уже начиная с 89-го кино, 89-го года, уже давно пытаюсь заниматься кино. Закончили как кинодраматург. Сценарии пишите сами? Для моей первой картины, для «Ботинки из Америки», я действительно написал сценарий сам, хотя нас там в титрах четверо, то есть я первый. Я надеюсь, что это справедливо, потому что я писал этот сценарий в основной своей массе. И там же еще три соавтора, прекрасных драматурга, Светлана Василенко, мой основной соавтор, и еще два человека, Динара Сеидова, я считаю, удивительный, тонкий драматург, писатель, и еще один драматург Геннадий Островский, то есть нас было много. А ужас, который всегда с тобой, это ваш второй фильм. Это моя вторая полнометражная картина, да. Да. А почему такой большой разрыв между работами? Я закончил курсы в 89-м году, и вдруг вот эта привычная система, по которой, закончив курсы, ты принадлежал сразу, как нам тогда казалось, к элите, и перед тобой и профессиональная дорога была достаточно успешной и счастливой, и безоблачной, но когда сломалась социальная структура государства, когда все полетело в тартарары, был очень тяжелый период, мне кажется, для всех моих коллег, моих друзей, очень многие просто не смогли, к сожалению, выдержать вот этого невероятно сложного испытания. Кто-то ушел в другие профессии, на телевидение, кто-то просто, к сожалению, не смог справиться вот с этими тяжестями и трудностями. А я, в конце концов, вот с огромным перерывом, действительно, это в 2000 году, то есть, получается, по истечении 11 лет, снял «Ботинки из Америки». До этого я еще снял, правда, документальную одну картину и маленькую одну короткометражечку. Но полнометражная — это вот моя была вторая картина. И в этом году фильм «Ужас, который всегда с тобой» попадает на Московский международный кинофестиваль в конкурсе «Перспектива». Да. Как он попал на кинофестиваль? Вообще путь кино на фестивале, он везде одинаковый, он стандартный, давно проторенный. После Москвы мы были в Карловых Варах, затем в Выборге, вот сейчас нашу картину пригласили в Майами. Ну, я надеюсь, это не последние фестивали, но дело даже не в этом, а как только заканчиваешь картину, ты показываешь ее кинокритикам, ты показываешь ее отборщикам кинофестивалей, и ты сразу понимаешь, в общем-то, на каком свете ты находишься, ты начинаешь понимать, что ты снял. И вот в зависимости от этого твоя судьба фестивальная или прокатная становится тебе понятна. Раньше говорили, что ММКЕ – форточка в мировое кино, сейчас говорят в отечественное. Так ли это? Мне кажется, это некоторая вообще схема, форточка, то есть такая как бы метафора. Мне кажется, хорошее кино, оно открывает себе путь вне зависимости от того,
как он начинает свою жизнь. Хотя вообще тенденция, вот мне кажется, последних московских фестивалей действительно такова. Скорее, фестиваль московский движется в эту сторону, скорее открытие российского кино и представление хорошего российского кино, чем это было ранее. Хотя я оговорюсь, что когда я говорю, что каждый фильм открывает себе дорогу по его качеству, это не совсем так, потому что немножко не так. Когда человек совершенно не знаком кинематографической общественности, к нему присматриваются со скепсисом. И даже сильные работы, но незнакомого человека, они не всегда заслуженно получают то, что они получают. Сейчас говорят, что у нас снимают до 1500 картин в год. На экранах считаны единицы уровня дневного дозора. О некоторых мы только читаем, о большинстве даже не слышали. Где же все эти картины? Дело в том, что, мне кажется, картины, которые изначально нацелены на зрительский успех, они имеют судьбу прокатную, потому что они очень здорово просчитаны, и это, я считаю, достоинство производства такого рода картин, потому что это важно. Ты вкладываешь какие-то деньги, ты их тратишь, и ты обязан их вернуть, это бизнес, и это довольно честная игра с точки зрения бизнеса, что ты обязан вернуть, поэтому фильм обязан быть прокатан. Есть определенный род картин, артхаусных, например, то, что мы называем авторское кино, которые имеют более узкую нишу, и, видимо, поэтому. То есть фильм прокатывается, и фильм известен или неизвестен в зависимости от того, какая количественная аудитория готова его посмотреть. У вашей картины интригующее и зловещее название «Ужас, который всегда с тобой». Что-то вроде «Я знаю, что вы делали в прошлую пятницу 13-го». При этом картина заявлена как трагикомедия с элементами фантасмагории. Все-таки о каком ужасе идет речь? Я думаю, что это то, что стоит фоном, что лежит в основании картины. Это история, ну, выражаясь стандартно и привычно, история маленького человека, который в какой-то момент своей жизни попытался вот эту череду рабских событий, рабской жизни прервать, и в конце концов он смог это сделать, он смог, наконец, вырваться из этого плена унижений, совершить поступок, и вот, наверное, с этим все связано. То есть изначально в картине мы входим в судьбу провинциального интеллигента, который, казалось бы, имеет работу, у него жена, семья, у него квартира, у него, возможно, и любимая работа, но при этом все как бы немножко не реализовано. И его личная жизнь, она не совсем счастлива, а скорее несчастлива. Его работа не приносит ему вдохновения, которое необходимо для полнокровной, полноценной жизни мужчины. И постепенно с этим свыкается, и это входит в структуру его личности и превращается действительно в ужас, который, я думаю, он не понимал до тех пор, пока не пришли в квартиру вот эти военные. И после, то есть, если сказать очень коротко о картине, то он, наш герой Варзумов, не прожил бы жизнь, если бы не вот эта страшная сила, которая пришла к нему домой, то есть спецназовцы, военные, которые пришли и начали у него жить, как у себя дома, оправдывая и объясняя свое пребывание там, что они как бы на спецзадании, что они устроили засаду на шпиона государственной важности. И после этого наш герой попадает в еще большую рабскую зависимость от этих людей, потом просто влюбляется в них, потому что это, я думаю, элемент такого спасения, если ты или влюбляешься, как еще больше... Синдром заложника. Наверное, или ты просто погибаешь, потому что... Но у него это произошло чуть позже, то есть он погиб, но не став заложником, вот как вы предложили мне вот такого рода идею, а став человеком, он совершил, в конце концов, поступок и попытался найти, что же с ним происходит. Он вот эту мистическую
составляющую, которая давлеет над ним, он пытался прервать. А сюжет достаточно психологичен. Влияние внешних каких-то событий на внутренний мир человека, на его отношения с близкими. А вам самому близка психология? Ну, вообще, все мы говорим, как бы, что мы знатоки психологии. Мне кажется, это такое общее место. В особенности психология близка тем, кто, мне кажется, во многом заблуждается и чувствует себя неуютно, поэтому человек идет изучать психологию, ему кажется, что это панацея и открытие многих вещей. Просто вот мне кажется, что профессия, которой мы занимаемся, она должна базироваться на психологических отношениях между людьми, что есть, наверное, самое интересное, что есть база в взаимоотношениях персонажей как героев картины. В вашем фильме не последнюю роль сыграла музыка. Расскажите, пожалуйста, про музыку, которую вы использовали, и про композитора. Музыку писал питерский композитор Дима Каховский. Мне кажется, удивительно интересный, глубокий композитор. Он композитор, музыкант, он пишет очень интересную джазовую музыку. И мне она интересна тем, я вообще надеюсь, что мы с Димой будем делать мою будущую картину, то есть я очень хочу его там слышать, именно потому, что мне кажется, что он чувствует грань между музыкой как таковой и музыкой как часть звуковой фактуры в фильме, что, наверное, самое интересное. Для него он очень любит фактурное звучание, звучание удивительных каких-то инструментов, которые то ли это звук музыкальный, то ли это звук какой-то реальности, который мы часто не слышим. И вот он мне в этом смысле очень интересен. Я предлагаю послушать одну из его композиций. Вы имеете в виду из его реальной? Ну... Давайте, да, послушаем с удовольствием. Мы сейчас не в эфире? Нет. Ну что, Юля? Че, хорошо. Правда? Да. Я боюсь, у меня губы пересохли. А кто-нибудь картинку видит? То есть мы, я имею в виду нормально, то есть микрофон, я недалеко, то есть все нормально. Ну, цвет, да. То есть ну вот, уровень. Вот как. А, вот красненький этот, окей. Это звук красненький? Вот это вот? Да. Это да, это то, что в эфир идет, уровень звука показывает. Я не заумно что-то говорю? Нет, хорошо. Нормально? Правда? Окей. Сейчас сколько? 10 минут музыка и еще минут 15. Прекрасно. А Лена Тарасова, вы знаете Лену Тарасову? Она не работала здесь, работала, по-моему, 100 лет назад, да? Вполне может быть. Это не Света Василенко рассказала, что... Света Василенко, это... Света писательница, она первая статья в российских писателей, это вот она мой соавтор, Матинка. Очень многие просто под псевдонимами, поэтому то же самое, что меня-то знают, а что я чудесно в развитии,
папа. Мы, конечно, пугаем наших потенциальных слушателей в этой музыке, в том смысле, что, конечно, музыка к кино не имеет никакого отношения. То есть это все-таки музыка сама по себе. То есть. Ну, мне кажется, на фильме бы легла бы вот... Нет. Это все-таки музыка... То есть, если это музыка, которая иллюстрирует изображение, то изображение, конечно, совсем такое, там, тараканы в банке, там, миссия какая-то, Франкенштейн. Да. То есть, значит, сейчас нам, наверное, надо каким-то образом сделать какой-то такой экивок в сторону. 5 на 13. Да. Европейский интеллектуальный, это не американский джаз, это там даже не Уэйн Шортер, вот я вспомнил на кого. Вот моя приятельница сказала, что он похож. Нет, я не думаю, что это. Вот Шортер не простой такой, там джазист, но там хоть что-то там вот, близко, а здесь совсем. Щетки. Может быть. Который называется диджериду. Вот я вам говорил, да, про этот инструмент. Удивительно, совершенно низкий, так что просто вот, пространство. Современный, в отличие от меня, он моложе меня значительно. Интересная точка зрения именно как вот, что музыку он показывал свою. У нас есть программа «Живьем», мы делаем... Кстати, он может вам и «Живьем» сыграть. Вот мы делаем из FM-клуба трансляцию. Вот, там
потому что у нас все-таки дом жилой, и барабанить тут вечерами с этим сложно. Сейчас даже в 9 мы всех музыкантов гоняем. Вы можете с ним сговориться, Лили. Вы можете позвонить, он вам предложит варианты, я думаю, все-таки. Он может привести вам разные треки, здесь же как бы на ходу соединить, например, попытаться что-то делать. Тут можно, я думаю, что-то это у нас и слушатели, и зрители так получается. Слушают те, у кого интернет совсем там никакой. Потому что это все-таки скоростной интернет, да, и хороший вот что-то. Да. Это 12. Мы снова возвращаемся в нашу студию Живого ТВ. Напоминаю, в гостях у нас кинорежиссер Аркадий Яхнис. Аркадий, так в итоге... Лилия, прошу прощения, хотел бы, чтобы мы внесли некоторую ясность после звучания музыки. Музыка, несомненно, считаю, замечательная, интересная, но я бы не хотел, чтобы наши зрители и наши слушатели идентифицировали тот возможный образ зрительный, который возникает во время прослушивания этой музыки, с тем, о чем говорим мы. Все-таки это музыка, а та музыка, киномузыка, которую Дима написал к моей картине, она предметная, она мелодичная, и картина наша имеет сюжет, имеет экшен, имеет палачей, имеет жертву. Так что там все немножко по-другому. Так вернемся к картине. В итоге герои, они изменяются внутренне, или все изменения, происходящие с ними, только внешне? Что муж бреет голову, жена ударяется в религию? И кино как раз для этого существует, чтобы по внешним изменениям пытаться заглянуть в внутренние изменения человека. И все то, что происходит и с нашим героем, он действительно бреется, он не только бреется, у него изменяется и походка, и затем он меняет одежду. Сначала он полностью подпадает под тот образ любимых военных, которым он пытается подражать. Затем уже какое-то время проживая вот в таком образе и преодолев себя, он становится другим человеком, не похожим ни на себя первого, ни на того, когда он был зомбирован военными. А у жены метаморфоза немножко другая. Она, когда становится человеком религиозным, она просто одевает принятую в
конфессии одежду, там платочек какой-то, становится чуть более сутулой, говорит чуть тише. То есть вот такого рода изменения, за которыми стоят, конечно, серьезные внутренние психологические изломы. А сценарий, написанный Юрием Арабовым, пролежал 9 лет перед тем, как его решили экранизировать. А отличается ли то, что в итоге получилось на экране, от написанного? Ну, во-первых, начнем с того, что всегда самые большие отличия, которые есть в картине по сравнению со сценарием, чувствует, несомненно, сценарист, потому что именно он автор сценария. Сценарий, когда пишется, дается, естественно, очень тяжело. Это любимое дитя, потом приходит какой-то чужой дядя, ломает идею, ломает структуру и снимает, как правило, плохое кино. Так считает сценарист. Я говорю сейчас просто о психологии человека, который пишет сценарий. Так же, как и я, когда пишу сценарий и затем снимаю по своему сценарию картину, она, несомненно, очень отличается, и мне, как драматургу, очень тяжело сосуществовать с собой, как с режиссером, который эту идею, как правило, изменил. Хорошо, если он ее оставил в том же задуманном виде и смог преодолеть серьезные проблемы и производственные, и творческие. Что касается этого сценария, то, несомненно, он был очень тяжел, мне кажется, для экранизации. В нем было несколько возможностей движения. То есть можно было оставить такую психологическую линию движения и чуть удалить в сторону абсурд, мистику, которые там были. Можно было, наоборот, вот эту линию абсурда и мистики поднять чуть больше, удаляя психологические мотивы развития сюжета. Мне кажется, что самое сложное было в этом как раз сохранить возможности психологической драматургии, потому что любая идея, даже такая красивая, которая была у Арабова и очень глубокая, мне кажется, если не соединить ее с изменяющимися душами людей, это тогда становится холодным и схоластичным. И вот повторяю, я вот об этом сказал немножко раньше, что мне кажется самое интересное – это движение человеческих душ, любовь, ненависть, ревность, презрение, жалость. И все то, как это изменяется между двумя людьми, наверное, это самое интересное. И в нашем фильме, я думаю, мы сумели сохранить вот эту идею, как сложнейшая жизненная ситуация обострила психологические отношения и изменила наших героев. Аркадий, вы вместе с художником Валерием Архиповым нашли для съемок объект в центре Москвы. Комплекс старинной мануфактуры, если не ошибаюсь, второй половины 19 века. Что это за здание? Это здание Даниловской мануфактуры. Это в районе метро Тульская в сторону набережной. Я хочу надеяться, что наши сегодняшние зрители, слушатели увидят картину и просто не догадаются, что вот такие удивительные, мне кажется, красивые пространства существуют в Москве. К сожалению, это все уходит на глазах, потому что в данную минуту это пространство, в котором можно снимать, оно сохраняет свое прошлое. Но буквально на глазах это все уходит, эти здания идут под офисы, под производственные какие-то мощности, и они теряют эту удивительную красоту и пространственную загадочность, которая сейчас там есть. От такого черно-красного кирпича старые здания, немножко уже разрушенные, но по-прежнему мощные и красивые. Фильмы на телеэкраны постоянно транслируются кадры из патриотического фильма 44-го года «Зоя». К экрану прилип один из военных. Уверена, что это не просто так. Да, в этой картине еще есть такая составляющая. Это часть жизни нашего героя. Он живет в, естественно, как и все мы, в той или иной степени в мифе, который нам предлагает государство, как человек должен жить, во что он должен верить, кому подражать.
это как раз те мифы, которые по мере развития всякого государства к свободе, эти мифы постепенно теряют свою силу, притягательность, обаяние. И мне кажется, что вот фильм «Зоя», который присутствует в нашей картине, это часть того огромного мифа, который был и в какой-то степени остается в людях нашего поколения сейчас. Вот каким ты должен быть, во что ты должен верить. Я говорю даже не о фактической стороне мифа, а о том, вот, как ты должен существовать. Еще один интересный момент в фильме. Состав спецназа. Хохол, еврей, мусульманин, русский. В чем идея подобного интернационала? Мне кажется, первое и очень справедливое, что все мы виноваты в том, что есть, так же, как мы и в чем-то смогли... то есть результат существующего государства – это наше общее усилие, наше общее результирующее. А спецназ выслеживает какого-то невнятного диверсанта. Он хоть раз появляется в фильме? Нет, он, конечно, не появляется в фильме, потому что... и это странно. Все в фильме как будто подозревают, что они знают ситуацию, что они знают, что в этой квартире происходит. То есть об этом нашему герою говорит милиционер, затем психиатр, к которому он бежит во имя спасения, пытаясь понять все, что же происходит, почему к нему пришли четверо военных и живут якобы на законных основаниях, то есть пытаясь объяснить, что так должно быть. Естественно, ему никто не помогает, но все как будто знают о том, почему это происходит. Что же там такое в этой квартире 81, в этой таинственной квартире, в которую, наконец, наш герой и приходит. Но этого человека, о котором вы спрашиваете, он, конечно, так и не нашел. Потому что здесь может быть много ответов, и лучше всего, если его нет. Что это мог бы быть человек, которого действительно ждут. Мог бы быть просто розыгрыш. Тут вариантов может быть много, но мне кажется, что хорошо, что мы оставляем много вариантов для ответа. А что-то он находит в этой квартире? Нет, он не находит ничего, он находит ту структуру, такую вербальную структуру. То есть мы говорим, что там кукла. Кукла, ну, такой вот как бы обман, приманка. Это коробка с тортом, на которой сидит действительно кукла. И когда он ее поднимает, его просто убивают, потому что он, наш герой, воплощается в того человека, которого ждут. То есть он приходит в ту квартиру, в которой его ждут, он поднимает куклу, ту самую, которую ему передали. То есть он абсолютно трансформируется в того героя, который описан в задании для спецназа. То есть спецназ как бы убивает его по ошибке? Он убивает его по ошибке, но они понимают, кого они убили, но это уже не так важно для них. Они выполнили задание. А подобный финал, он логичен, закономерен или все-таки он нелогичен? Мне кажется, что как раз вот та структура, которая есть в сценарии Арабова, вот эта притча о том, что человек, преодолев себя, становится и идет на какое-то самоубийство, мне кажется, это очень точно. Так же, как и структура со стороны этих военных. Они выполнили задание. То есть все, мне кажется, в этой нашей картине прожили отведенную им жизнь, которую они должны были прожить. Иначе, если бы они не встретились все вместе, не состоялась бы не только жизнь этих людей, но и картина как вот результат просчета такой жизни. Судя по двум вашим работам, «Ботинки из Америки» и «Ужас, который всегда с тобой», вы снимаете интеллектуальное кино. Вот эта фраза, вернее, выражение «интеллектуальное кино», «интеллигентный человек», это уже, несомненно, у нас звучит как ругательство, как глупость. То есть тот, кто снимает интеллектуальное кино, это, конечно, бездарь, который там считает себя непризнанным гением. Вообще, конечно, мне хотелось бы снимать, в первую очередь, зрелищное кино. И я надеюсь, что вот эту картину посмотрит большое количество зрителей и... Ну, хотелось бы хоть немножко там быть, конечно, интеллектуальным, но ни в коем случае не впрямую. Через юмор, через зрелищность, через глупость, через насмешку над самим собой и собственными героями.
потому что я принимаю интеллектуальность только как часть для иронии. Если кто-то сказал что-то умное, значит, обязательно кто-то должен быть еще умнее, который посмеется над этим умником. А как вы относитесь к отечественному мейнстриму? До того, как я снял первую картину, я вообще считал, что все кино совершенно плохое, бездарное, не только наше, а вообще все кругом вокруг. А когда я снял эти свои ботинки из Америки, я понял, что какой-то тяжелый труд, какая-то огромная работа. И, во-первых, у меня изменилось мнение о кино, что я считаю, что очень много хорошего кино. И, во-вторых, даже результат плохого кино – это не преступность и не вина режиссера. Потому что наша профессия в значительной степени это подвиг, я считаю, сейчас. И уже тот, кто дожил до титра «Конец фильма», он заслуживает, не знаю, памятника ли, памятника нет, не будем спешить к этому, а то, что он заслуживает всяческих похвал, уважения, потому что он дошел до финишной прямой. А если еще ко всему ты сделал результат, и ты можешь коммуникатировать со зрителями, что это было не только для тебя, а для людей вдруг оказалось, это вообще здорово тогда. А какие у вас творческие планы? Может быть, уже готов сценарий для третьего фильма? Ну, конечно, а как же? То есть нет смысла тогда заниматься нашей профессией, если у тебя нет идей и работ. У меня есть уже следующий сценарий, который я очень люблю, и который мы вот уже подаем в Госкино. Я надеюсь, что нас поддержат, потому что сценарий, я надеюсь, прекрасный. Его любят многие мои друзья, профессионалы. И я надеюсь, что я сниму прекрасное кино следующее, которое будет, ну, по-настоящему хорошим. А немножко приоткройте завесу тайны. Ну, это такая фантасмагория, где, когда я его написал, он называется сценарий «Три дома на горе». А, это ваш сценарий? Да, это мой сценарий. Это мой сценарий «Три дома на горе». И у него было одно подназвание «В который раз о любви» или «Еще раз о любви». Мне кажется, что там есть основная линия и еще несколько к ней примыкающих, и это все история любви, самых разных. И мне кажется, да, что это будет замечательная картина, я в этом уверен. А как вы считаете, должен ли быть режиссер немного актером и актер отчасти режиссером? Я вот что скажу по этому поводу, что главное, неважно, ты актер, ты оператор по первоначальному образованию, драматург, важно, чтобы ты чувствовал, ты не видел еще, хотя очень важно и видеть в нашей профессии, но скорее все-таки чувствовать. Опасно видеть до конца. Можно видеть, но не до конца. Важно чувствовать, чего ты хочешь. И методом репетиции, методом уже непосредственно съемочной площадки мизансцен, ты вдруг понимаешь, что да, вот это то, что ты хотел. И, конечно, когда ты работаешь, даже если ты не актер по природе, если ты делаешь не совсем актерское кино, ты все равно вынужден понимать актера, и это великое удовольствие работать с актерами. И я должен сказать вот по своему опыту, что я двигаюсь всерьез в этом направлении. Раньше у меня было больше холода в работе с актерами, даже некоторого пренебрежения, которое шло, конечно, от непрофессионализма. И сейчас, вот уже после второй картины, мне кажется, что это должно быть очень гармонично. Что, конечно, база – это актер, психологические, драматургические движения вперед. Но в то же время, конечно, надо не забывать, что кино – это фотография. Это, в первую очередь, светопись и это изображение. Если нет актера, погруженного вот в эту драматургическую, изменяющуюся картинку, красивую, трогательную, печальную, там, элегическую, то тогда нет кино, мне так кажется. А допускаете ли вы актерскую импровизацию на съемках? Ну, конечно, надо отдавать себе отчет, что оператор, что бы ты о себе ни мнил, лучше тебя чувствует свет, цвет и многие другие вещи изображения. Также и актер всегда тоньше тебя
своей роли. Но все-таки я считаю, что если картина получилась плохой, это, конечно, заслуга режиссера. Если картина получилась такой средней, то это заслуга всех вместе. Если она получилась очень хорошей, по-настоящему высокой, то это уже снова режиссерская заслуга. Ага, то есть поддерживайте стандартного мнения, что не бывает плохих актеров, бывают плохие режиссеры. Это несомненно, несомненно. Потому что я думаю, что даже плохой актер – это всегда хороший профессионал. А если он хороший профессионал, то, несомненно, с ним можно и нужно работать. Надо просто его любить и показать ему, что он может сейчас сделать самую классную в своей жизни работу. А каких бы режиссеров вы могли назвать своими учителями? Ну, вы меня пугаете вообще этим вопросом, потому что... Почему же? Потому что я бы лучше сказал, что есть режиссеры, которых я люблю, которых любят очень многие люди, а сказать, что раз они мои учителя, значит, я их ученик, а вдруг я как бы плохой ученик, а я назову совершенно замечательные имена. Поэтому я вообще люблю кино. Я люблю кино, и все зависит от каких-то вот кусков жизни. Когда-то ты увлекаешься одним режиссером, в другое время другим. Вот сейчас у меня какой-то безумный роман вот с Антониони, я начинаю пересматривать его старое кино, и я вижу, что я много очень там не понимал, хотя раньше он не был вот как бы на том Олимпе, который я сам себе придумал среди самых любимых моих режиссеров, а сейчас я понимаю, что я просто этого не понимал, я не чувствовал этого раньше. К сожалению, наш эфир подходит к концу. А что бы пожелали на прощание нашим зрителям и слушателям? Я бы им пожелал, так же как и себе, как зрителю и слушателю, хорошего кино побольше. И я надеюсь, что вот к этому хорошему кино через 2 года прибавится мое очень хорошее следующее кино. Хотя мои те предыдущие 2 картины тоже, по-моему, очень хорошие. Аркадий, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Напоминаю еще раз, в гостях у программы «Театр наизнанку» был кинорежиссер Аркадий Яхнис. Увидимся с вами ровно через неделю, 25 ноября, в программе «Театр наизнанку», круглый стол, посвященный премьере театра «Экумена» «Хамах Махама». Всех ждем в нашем эфире. Всем пока. Всего хорошего.